Ебать. Ебать, ребята, у меня шумовая попала. Ой, ребята, я сейчас ничего не слышу. Ох, это жесть просто, я ни хрена не слышу. Ебать, это больно, ребята. Ой-ой-ой, мне прям перед глазом ёбнуло. О, да я не перестану снимать, люди. Смотрите, это продажные твари, это продажные суки. Вот вам и праздник 1 мая, тащите все, блядь. Нормально. Да, блядь, шумоуха перед глазом ебануло. Фу, сука, твари ебаные, блядь, поджечь к ебеням эту прокуратуру, блядь. Надо, чтобы коктейль принесли сюда. Да хуй вам нарыло, мудаки, блядь. На! Щитами прикрывай! На, подержи. Дай воды, вон вода. Сюда одна граната, сюда фоновые, еще серпа. Берите, ребята. Без предупреждения взяли, начали использовать против нас газ, перец. Это шумовые. Кидают прямо в людей, в толпу. Кидают, мы видим. Вот они кидают. Людей просто камни. Больше ничего нет, они без оружия. Давай. Я с одним глазом я буду снимать, ребята, для вас, сука, этих тварей ебаных. А, сука, нихуя не вижу. Ох, ребята, ну, блядь, я не перестану снимать, блядь, меня два раза попали этими, короче, с воздушки стрельнули, и перед лицом светошумовая ебанула, блядь, с одним глазом, но... У меня тут есть ребята, знакомые стримеры, помогли, я хоть лицо умыл. Это действительно жесть, вот вам 1 мая, которая превратилась в побоище. Как уже появилась информация, что это ребята, правоохранительные органы из Черновцов. Это... Это ты стримишь на Live News? Не, Live News не я, у меня News Pro. Наверное, ты. Попросили меньше материться и менее национально. А, хорошо.